Здравствуйте, это канал компании Viva Telecom, и сегодня мы познакомим вас с авиационной антенной производства компании Sirio. Модель называется MD118-137 Aviation. На видео вы видите комплект поставки данной антенны, то есть антенна представляет собой диполь с верхней частью и с нижним излучателем. Общая длина антенны составляет 76 сантиметров. В комплекте поставки идет антенна с кабелем, оконеченная FME разъемом. Также идет в комплекте переход на BNC разъем, на BNC вилку. Так как вы наверняка знаете, что все фактически авиационные станции идут с BNC разъемами. Это и ICOM, и IASU. Портативные станции имеют BNC-розетку на своем антенном разъеме. Далее устанавливается она следующим образом, то есть верхняя часть прикручивается сюда, ставится антенна в разрыв вот этого соединения, толщина используемой поверхности должна быть не более 1,5 миллиметра. Соответственно, данная антенна не требует металлического контакта с корпусом, то есть у нее дипольная система, не требующая контакта с металлической поверхностью. Максимальная подводимая мощность у данной антенны 50 Вт. Кабель, я сказал уже, идет RG58, длина у него 5 метров. Предполагается использовать данную антенну на небольших летательных аппаратах с максимальной скоростью до 220 км в час. Она не настраиваемая, то есть производитель не дает никакого графика настройки, то есть в диапазоне 118-137 она будет работать во всем диапазоне. Ну, вот такой краткий обзор. Вес, кстати, антенны тоже немаловажен для летательного аппарата, 330 грамм. Диаметр вот этого крепежного отверстия 14 миллиметров составляет. Ну, у кого появились вопросы, задавайте, готовы на них ответить. Подписывайтесь на канал, всего вам доброго, до свидания.